Привет всем, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы продолжим играть в Сталкер. Остановились мы в прошлой серии на том, что добрались до перехода на Агропром. И вот сейчас, собственно, туда и пойдем. В железнодорожном тоннеле мы уже были, нам туда не надо. Ой-ой-ой, что за тормоза. Для начала проверим, что там впереди, чтобы не напороться случайно прямо перед проходом на новую локацию, какую-нибудь аномалию. Нам ведь этого не надо, правильно? Поэтому пойдемте, там труп, пойдемте посмотрим, что он там. Чую я, что это плохая идея, поэтому давайте лучше уйдем оттуда. Вот, кстати, хороший артефакт, минус сытость, минус, короче, все, но он довольно хорошо восстанавливает жизнь. Давайте пока оденем его, все равно нас пока стрелять никто не будет. Надо антирад скушать. Ну ладно, съедим артерат. Здоровье пока восстанавливать так не будем. И переходим на новую локацию. Итак, привет, Агропром. Там какой-то парень впереди, похоже, да? Ты кто такой? Просит помощи. Давайте посмотрим, что он там может нам предложить. Здорово. Куда смотришь? Что там? Что там? Что там? Сейчас! Куда пошли? Что? Куда? Как? Не понял. Эй! Тут не просто... Я ничего не понял. Ну? А, все, я понял. Мы, кажется, сейчас будем на Агропром идти. Ой-ой-ой-ой-ой. А, понятно. Попал ты уйдет. Ну, окей, поможем. Без проблем. Ой-ой-ой, какая там на них уже толпа идет. Ну дайте уже, я хочу драться. Поезжали, потом туда зайдем, посмотрим, что там. Главное опять сейчас не во что не вляпаться, это было бы нелепо. Аномалии могут вообще и на той базе появиться, и где угодно появиться. Поэтому они могут сейчас кто-нибудь из них бегать вокруг одной аномалии и все. Привет. Тебе не кажется, что смотреть туда странная идея и стрелять по вам сзади? С дороги! Это дубинки, кто там без оружия. Вот. Вот оттуда сильно по нам стреляет. Давай чуть-чуть их забросаем. Вроде бы, да, несколько противников убил. Я нифига не вижу, блин. У меня свет прям отсвечивает, я не вижу. Ты кто такой? Ты военный. Давай, до свидания. Вот так вот. This is Stalker, bro. Оп. Ау. Больно. Давайте снимем вот эту штуку, пока тут идет бойня. Лови гранату. Эх, его убили до того, как поймал гранату. Перебегаем. И встретим их. Сверху. Hello. Where are you? Окей. Песики? Собаки? Вот только их не хватало. Ты кто? Это обычный песик. Ну, хай бегает. Я помню еще эту локацию по сетевой игре. Как хорошо пострелял. Там кого-то зажали. Ты сейчас это... О, сейчас спецназ прибудет. Ёшкин трын. Вот спецназ это нехорошо, хотя пофигу. Со всеми сейчас разберемся. Главное выжить. Что-то все тыдынькает, ни черта не понимаю. Кинем туда одну гранату, все равно у меня их довольно много, и пойдемте отсюда. Так, что? Нет, еще кто-то выжил. Ага. Кого-то. Ау, подстрелили. Тут никого нет. Это небольшое читерство, что они стреляют до того, как мы их обнаружим. То есть они стреляют мгновенно почти, как нас увидят. Это немножечко читерно. Воу, что за подвесом? Вот и восстановим гранатки. Дробовик не нужен. Витька спартанец. Это Спарта! Ноу.
This is Agropro. Абакан. Нычка чья-то. Где нычка? Где нычка? Нычка. Вау. Два артефакта. Вот это да, хорошая нычка. Ловушка, ёшкин. Сколько тут наших полегло? А, это все бандиты. Тогда хрен с ним. Я чуть-чуть подзаболел, поэтому... Ой, могу говорить чуть тихо. И плюс у меня тут, похоже, ремонт намечается. Ну, ничего, надеюсь, не особо помешает. Спасибо, друг. О. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоит. О, ты живой. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. О, побежали, и... я тебя выведу. Потом разберемся со спецназом, а пока пойдемте с ним. Давай. Сейчас сохранимся. Ну что, погнали, бро. О, как Фрапс тормозит. Фрапс, отпусти меня, чудо Фрапс. А, все нормально. И побежали. Какой-то странный путь выбрал, друг. Я, может, лучше было бы выйти и побольше. Ну, ладно. Тебе видней. Артефакт? Не показался или заметил? Да, это артефакт. А аномалии нету? Уже, кстати, и эти, чуть не сказал, бандиты военные прибывают. Ох, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Спасибо. Я ищу информацию со стрелки. Серый говорил, что ты что-то знаешь. Серый? Ну хорошо, слушай. Говорят, что стрелок промышлял в этих местах. К тому же где-то в местных подвалах. Ага, все понятно. Находится тайник стрелка. Как мне попасть в подвал? Вот этот вот. Колодец тебе и нужен. Там уже военные. Пойдем военных защищать или нет? Можно, в принципе, их пойти всех перебить. Они там хорошо одеты, но мы справимся. Ладно, потом успеется. Так, так, так. О, подземелье. Ненавижу подземелье. Правда. Тебя можно сломать? Ты меня напрягаешь. Эть, ёшкин. Каменный фонарик. Ну, вообще понятно, я играю на статике, поэтому. Гопарики. Хрена вы тут сидите. О май гад. Только хотел нас посадить, как граната сзади. И всех сойгаю. Вали. Поговорить с моим другом гранатой. Троих уже увалили. Сколько их всего там, это вопрос для меня. Может быть, лучше, конечно, дробаш перейти будет, но ладно. Фиг. Так, еще есть. А, граната. О. Попал. Кажется, убил. И пойдемте. Тогда уж. Ага. Еще один. Пацаны, это тут один такой, пацаны. Прям в глотку тебе засадил пулю. Никого? Надеюсь, что больше. Щит. What is this? Я испугался чуть-чуть. О, еще артефакт. Да ну да. Я, кажется, он хотел гранату кинуть. О, жарко. Блин. Это можно открыть? Нет. Я не люблю двери, в которые нельзя открыть. О, о, нейралочка, то что надо. Пойдемте посмотрим, что здесь. Здесь у нас еще один пацанчик. Хорошо, что я хоть среагировать успел. О, долго лететь. И больно, если все же упадешь. Чувак, лови подарочек. Нет, он не взорвался. Надо будет... Это выход наверх, да? Нет, тут лучше перейти на сайгу. Все. Ибо нефиг. И, значит, нам надо туда. Пойдемте тогда... Сейчас, посмотрим, что тут. Тут у нас... Тут мы можем встретить, кстати, полтергейста и контролера.
встречи с контролером не есть хорошая вещь. Они умеют захватывать ваш мозг и порабощать вас, как нынешние СМИ. И пойдемте туда посмотрим, что там, что там. Там какие-то взрывы шли и что-то. Что-то было, короче. Ага, это двигающаяся, похоже, аномалия, да? Сохранимся, пробуем пройти, что ли? Есть что-нибудь этого? Есть жарко, это минус к радиации. Ой, устроимся поудобнее. И можно пойти попробовать. Так, выносливость минус... Нет, к электрошоку минус нет. Радиация нет. Ничего у нас против этого нету. Вау, вот это клевая вещь. Вот эти две штуки очень хорошие. Можно радиацию выводить. Без проблем. Так, ждем, пока оно исчезнет. Перебегаем. Ау! Больно! Так, загрузимся. Как страшно эта штука двигается. Знаете, как будто какая-то скрипучая такая дверь. Качается. Так же. Ага. Когда она вот такой звук издает, она исчезает на некоторое время. И в это время можно подойти к ней, в принципе. Вот сейчас это взорвется. Ау. Окей. Похоже, мы туда не пройдем. Это она тут дюжи сильная и убивает буквально с одного удара. Поэтому туда мы вряд ли сейчас проскочим. Возможно, с костюмом получше можно было бы. Ну или можно было бы еще помучиться чуть-чуть. Но мне, честно, неохота, что тут. Ага. Эй, тихо! Фух. Чуть не убились. С этой огромной высоты. Но шутки шутками, нам действительно бы стало больно. Все же... Там можно хотя бы ногу сломать, как минимум. Ну как, не сломать. Но повредить можно, наверное. Мне вот это вот напоминает очень метро. Именно игру метро. Потому что местность какая-то похожая. Ой, что-то у меня в памяти всплыло. Что-то вот какая-то неприятная картина, значит, этого места. О, какие протормоза. Либо с Фрапсом какие-то проблемы, либо что-то тут сейчас... Это что такое? Кто такое? Кто стреляет? Пакет! Пакет, щит! Вот почему мне были неприятные что-то впечатления. Тут и военные, и кровососы, и морской еж. Хоть что-то радует. Военные встретились, похоже, с кровососом. И кровосос одного из них захарчил. А вот нас ему не удалось. Но я крайне неправильно поступил. Бить его с этого оружия плохая идея, но я жестоко пересрал. Вон они. Ауч. Ах ты, крыска. Шо? Что-то взрывается. Теперь мы готовы к тому, что здесь произойдет. И вот кровосос, наверное, где-то там. Сейчас опять этот страшный крик. Да? А откуда, собственно, дядя кровосос пришел? Где? Где? Вот он, вот он, вот он, вот он. Фух, куда он исчез? А, вот он. Забавно он сложился. Используем аптечки. О, ёж. Сохранимся тут-то. Пойдемте дальше. Вы, кстати, просили сделать видео по арене. Хорошо, я сделаю после того, как мы выйдем, собственно, отсюда и заберемся в бар отдать документики. Знаете, слеповуху. Вряд ли это, конечно, его слепит, но... Надеюсь, что хотя бы испугает. А вот это его испугает. Не убьет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, нога. Так, переоденем. Кажется, еще один дядя идет. Нас обходят.
Используем это. И откуда же они пойдут? Вот вы видели, да? Они стреляют ровно в тот же момент, как видят, но не все. Некоторые жестоко тормозят. И даже когда по ним стреляют, реакции не подают. Винтик. Зачем я взял пистолет? Ну ладно, неважно. Давайте сюда вот заскочим, что тут. А, вот. Это как раз за той территорией. Да, это как раз за той территорией, за которой электрошоки эти. Не знаю, надо ли нам туда, но давайте зайдем. Взглянем на то, что там происходит. О, чудеса паркура. И нам не страшна эта аномалия. Пролазим. Воу. Тьфу-то, это неприятно. Кто такую дрень проделал? Вы только подумайте. Какое-то существо. Во-первых, тут все попереломало. Потом вот эту вот дрень огромную в этом бетоне метров два пробил. Это же нереально. Что здесь? Похоже, это просто более... короткий путь. Я чуть не обосрался. Ну, похоже, это финита. У нас нету никаких аптечек. Ничего у нас нет. Ну ладно, давайте чуть-чуть поспим, что остановит жизни. Пойду выздоровление. Это что такое? А-а-а! Фух. Ну, ничего, пойдет. Хорошая аптечка. Покушаем мы, покушаем мы, покушаем мы. Давайте сало. Нет, сала мало. Картошки, картошки. Но все равно все это нафиг не страшно. У нас есть вот эти вот вещи. Это и вот это. Смотрим, как радиация уходит. Радиация ушла и снимаем. Собственно, вот так вот я всегда лечусь от радиации. И пошли потихоньку вниз. Надо быть готовым к тому, что сейчас нас пришпендюрят, конечно. Эти. Хорошо. Паркур! Стул. Кому понадобился стул? Еще что более интересно. Как вот тот огромный кто-то, который уничтожил стену, не разбил этот стул, который стоит тут. Одинешенек. Хотя вы знаете, это как-то даже страшно. Ну, представь себе. Комната. Заброшенное здание. Стоит стул. Как будто тут кто-то сидел и пялился в стену. Не лучшее впечатление, когда ты это видишь. Зато большой домик получше из кирпичей. Так. Если ты там правда окажешься. Хотя, если бы я там оказался, последнее, что бы я делал, ходил бы по этому месту. Где тот, кого мы убили? Видите, вдалеке два трупа. Но мы там не были. Значит, это кто-то другой. Скорее всего, это наш друг. Кровосос. Поэтому расслабляться нельзя. Поэтому нужно будет настороже. И... Хорошо. Успел. Его... Вы слышали это? Лязг металла. Меня это... Не нравится. Улучшенное оружие? О, прикольно. Это же подствольник. У нас же есть подствольник. Блин, я забыл об этом. АКМ. А это АК-47 мечта. Ну-ка, давайте посмотрим. Вау, офигенно. Сделан талантливым оружейником, переработан механизм. Блин, нельзя установить оптический прицел, но пока что у нас его и нет. Так что это последнее, о чем нам стоит беспокоиться. Но АКшка хорошая. АКшка здравая. Да опять ты кушать хочешь? Что ты такой прожоривый? Давай еще картошечки. Глаз плоти. Зачем его одевать на себя? Одеваем, одеваем, одеваем. Смотрим на радиацию. Тэн-тэн-тэн. Снимаем. Терпим тормоза. Да что ж такое? Надо будет почистить диск, возможно, это от этого. Сайга. Хорошо. Подготовимся к бою, если что. Итак.
Ага, я думаю, мне показалось. Олимпийский замах! Ты выжил? Вот ты гад такой, а! Нет, нет у нас никакой аптечки. Есть, конечно, вариант тут. Поспать. Что-то мне померещилось. Привет. Чё, что такое? Радиация. Ау. Хорошо. Мне не понравилось, как я использовал свою гранату. Крайне нехорошо. Так, ладно. Давайте зайдем сюда. Я забыл о тебе. Эть. Забавно. Так какой радник вылазил. Все, ну и в баню, короче. Полезли сюда, судя по карте, там маленькая комната. И поэтому там ничего долгого, по крайней мере, не будет. Что ж, давайте посмотрим, что там. Сейчас сохранимся перед этим. Полезли. Там уже за нами вояки ползут. Пам-пам-пам-пам-пам. Мистер Сэндмен. Life is a dream. Пам-пам-пам-пам. Музыка. Флешка. Ау. Там кто-то улез. Я видел там кого-то. И... Стоп. А, военные. Ну, вы там пока поиграйте с ними. Я потом зайду к вам еще. Журнал. Почему я не могу журнал смотреть? И почему я не могу смотреть, что у меня появилось внизу? Что за тема? Флеш-диск. Странно. Задачи. Аномалии, флешки. Где флешку мне прочитать можно? Вот дневник. Личные заметки, найденные КПК. Во, флешка стрелка. Получена от призрака. Стрелок, у меня хреновые новости. Клык погиб. Нас ждали в деревне возле складов и, по-моему, ждали давно. Трое. По виду обычные нейтралы. Клык их как-то почуял. Сам знаешь, чутье у него что надо было. Двоих мы завалили, явно шпана. А третий поумнее оказался, сидел с винторезом метров 100. В общем, нету больше клыка. Так что в следующий раз к центру зоны пойдем вдвоем. И еще вот что. У этих двоих наше отписание было. Я ума не привожу, кто имел именно нас заказал, но... Многие на нас зуб имеют. Третьего я упустил, по-моему, один из наемников. На лице сильный шрам. Глаза светлые. Постараюсь его найти. Такие вот дела. Будь начеку и удачи, призрак. Шрам! Это же... Наш наемник, Шрам, за которого мы играли в чистом небе. Вот оно что. Прикольно. Я что-то вот даже раньше этого не читал. Здорово, дружище, оставляю тебе инфо. На связь не выхожу, заметил слежку. Чувак, я ушел на север, туда, где мы были. Постараюсь проскочить в одиночку. Извини, но ждать тебя времени нет. Потом объясню. А тот урод, который убил клыка, еще пожалеет, что на свет родился. На ремни порежу. Ты узнай пока, кто он, а я скоро вернусь, разберемся. Встречаемся у нашего общего знакомого. Сам знаешь, кого и где. Удачи, стрелок. Привет, был. Тебя не застал. Зря ты один к центру пошел. Впрочем, дело хозяйское. У кого и где тебя искать знаю. Хорошо. Почему все знают? Все все знают, а я ничего не знаю. Патроны. Еще один АКС скорострельный. Это уже АКС-74. Нифиговая скорострельность. Мы не взяли нашу АКУ мечта, но потом возьмем. А можем привинтить куда-нибудь наш глушок? Че-то вот мы ничего никуда не можем привинтить. Странно. Надо покушать. Дверь-то. Тук-тук. Давай болтом постучимся. Тук. Нет, похоже, не намерен мне никто открывать эту дверь. Что еще тут можно взять? Канарья! Что еще тут можно взять? Нет, похоже, ничего. Чья-то карта. На ней изображены какие-то
точки. Но у меня всегда с картографией и географией были большие проблемы, поэтому я не могу разобраться, что это именно тут изображено. А ну-ка. Состояние местности в 1986 году. Киевская, Черниговская область, Беларусь, Гомельская область. Чернобыль. Ага. То есть это вот какие-то места он указал, которые нужно ему побывать, или он побывал уже. Причем они не в самом Чернобыле. Хорошо. И я слышу крики, ну точнее, пофыркивание кровососов где-то там, вдалеке. Поэтому нужно будет сейчас с ними встретиться. Но встретимся мы с ними, наверное, в следующей уже серии, которую я, наверное, надеюсь, что выпущу сегодня же, из-за того, что я вчера ничего не выпускал. Причины я объясню в сегодняшнем подкасте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новое видео, если вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. Если вам не понравилось, ставьте пальцы вниз. И пишите комментарии, почему вам это не понравилось. Критика тоже хороша. Всем пока-пока. Удачи.